Сейчас находимся в Аризоне, в Великом каньоне, та расщелина, которая образовалась здесь тысячи лет назад. Но знаете, для меня это очень интересное место, потому что красота неописуемая. И, конечно же, вопрос, что мы делаем здесь на вершине? Ведь красота там внизу, посмотреть внизу лучше. Но отсюда открывается великая такой, великая перспектива, что можно увидеть в нашей жизни. Иногда в нашей жизни тоже происходит такой разлом. И с одной стороны ужасно, опасно, трудно. А с другой стороны мы видим, что Бог делает, что красота в наших трудностях, в наших переживаниях, может быть, в наших разочарованиях, в то, что Бог всегда ответит. Бог всегда сделает то, что Он хочет нам показать. Это Великий каньон. И мы с вами находимся в одном из самых интересных точек мира, наверное, для меня так кажется. Посмотрите, что Бог делает в вашей жизни. И если для вас в вашей жизни раскол или же пропасть какая-то образовалась, не смотрите на нее как просто разочарование, смотрите на нее как красоту, где Бог хочет сделать свою работу.